Всем привет, с вами Крис из Мира Симс, и в первую очередь я вам расскажу, куда я пропала, почему не выходило ни одно видео на моем канале. Все просто, у меня была сессия, и во время подготовки к экзаменам я не могла уделять достаточно времени еще и съемкам. Но сейчас этот кошмар закончился, я вернулась и могу снова радовать вас видео. Честно говоря, я очень соскучилась по этому делу, и сегодня на повестке дня у нас насилие. Что? Таков сюжет сериала «Прости меня» режиссера Любови Силиной. Нет, это не садомаза и не маньячная атрибутика. Так что зрители до 18 лет могут спокойно продолжать смотреть это видео. На самом деле сериал не только об этом. Это всего лишь одна из сюжетных линий. Но и история любви здесь тоже не на первом месте. Ну так о чем же тогда сериал, раз и не о том, и не о другом? Так уж я вам и скажу, возьмите и сами посмотрите. Но для начала моя рецензия. И я начинаю 8-й выпуск сериала «От А до Я». Традиционно начинаю заставку. На первый взгляд она кажется простой. Но тут есть нечто интересное. Кадры сменяются под бит музыки. То есть сама картинка от нее зависит. Убери музыку, и получится уже не тот эффект. Это довольно интересный прием. Креатив – залог успеха. Едем дальше. Плавная, аккуратная съемка. Используешь рельсы – молодец. Сама композиция очень хороша и на первом плане действия, и на втором. Но что-то тут не так, вы заметили? Вот такие вот значки, которые постоянно меня напрягают. И думаю, не только меня. Тут решение очень простое. Качаем мод, который их отключает, и наслаждаемся жизнью. Либо другой вариант, вы снимаете просто под другим ракурсом. И все счастливы. Давай купаться. Ой, ну сейчас, еще пару минут, мне даже еще не жарко. Еще один сериал, в котором герои могут общаться посредством чтения мыслей. Увы и ах, но это никуда не годится. Если герои не могут разговаривать во время действия, то просто меняйте ракурс. Показывай их спину, у тебя же следующий кадр, правильный? Давай быстрее, я тебя жду, мне скучно. Так почему же ты сеток не снимала? Возьмите на заметку режиссера. Если у говорящего героя не шевелится рот, значит это фейк. Снимайте в этот момент слушателя. Тогда логика не пострадает. Тело без головы. Все как всегда, ничего удивительного. Блин, как же скучно, я так хочу себе парня. Так иди найди его. Второй диалог, ну как так? Для этого нам нужна крутая вечеринка, которая будет сегодня вечером. Ну слава богу, ну хоть кто-то здесь умеет открывать рот. Ты забыла? Скоро экзамены. Знаешь, мне на эти экзамены плевать. То чувство, когда пару дней назад сдала последний экзамен. Ладно, это я так навеяла. Это из-за того, что твой отец богатый? Рима, что с тобой? Я тебя не узнаю. Заметьте, двух героинь озвучивает одна и та же девушка. Это не страшно, но над голосом можно было поколдовать в эквалайзере. По крайней мере, так озвучка бы хотя бы немного отличалась. Кому нужны эти занятия? Ну почему ты так себя ведешь? И с вами снова рубрика «Снимаем сверху». Вам самим-то нравится такая съемка? Мой совет, чтобы набить глазомер. Смотрите побольше фильмов. Много фильмов. Ты наказана. Никаких денег и никаких гулянок. Ну вот почему нельзя снимать все так? Кстати, мужчина озвучивает та же самая девушка. Не возбраняется, ведь если в фильмах есть гоблинская озвучка, то почему она не может быть в Симсе? Алло. Римочка, прости меня, пожалуйста. Ладно. Плохие микрофоны – залог больных ушей зрителей. Берите это за правило. Хотя, может, это плохая сотовая связь? Ну, кого мы обманываем? Прикинь, меня папаша наказал. Что мне делать? Я очень хочу на вечеринку. Тут-то все зависло. Охота начинается, но, боги, что это за наряд? Так больше походит на девочек с панели, но никак не одежда для клубной тусовки. Тут ты просто с этим переборщила. Это чересчур вульгарно. Рима, пошли выпьем чего-то, а? Лия, только не напивайся, я тебя прошу. Лия уже походу накатила втихаря. Шалунья.
Привет, красотка. Как тебя зовут? Ау, привет. Меня зовут Лия. Мне кажется, понятно, что будет дальше. Несколько секунд знакомства? По-моему, это просто unreal. Эти сцены, пропаганда, развратная жизнь, самые настоящие. Хочется спросить режиссера, чем эти сцены помогут зрителю? Вот и я думаю. Ты круто целуешься, красотка. Я знаю, я мастер. Спокойней, Крис, спокойней. Пока 5 минут, что я смотрю видео, мне кажется, канули в бездну. О нет, а ведь я могла потратить их на что-то полезное. Надеюсь, оставшиеся 3 минуты меня удивят. Хотя я в этом сомневаюсь. Эй, а где Лия? Она в туалете блюет. Да, вот они прелести жизни. Мне их искренне жаль. Тратить на это свою жизнь. Ладно, каждый по-своему проживает свое отведенное время. Посмотрим, чем закончится эта история. Пока что это лучший кадр на протяжении всей серии, потому что в нем наконец-то появился смысл. В общем, финал является самой интересной частью, а все остальное – помойку. Итог. Полезными из 8 минут оказались всего лишь 2. Грустно. После просмотра первой серии мне, честно, не хотелось смотреть дальше. Но так как это моя работа, я себя пересилила. И знаете? Я была приятно удивлена, потому что сюжет развивался прямо на глазах. Конечно, местами он был немного затянут, но в целом он оказался довольно-таки интересным. А это огромный плюс. Давайте же скорее проанализируем последнюю серию. Что мне делать? Я не смогу быть с ней рядом. А, атмосферность. Музыка, монтаж, все прекрасно. А это наша развратница Лия. Девушка после случившегося теперь просто сама невинность. Что с ней случилось, посмотрите сами. Но я вначале об этом немного упоминала. Что? Что мне делать? Это красивый кадр, но мне почему-то захотелось поморгать. Странное желание, да? Просто забудь меня. Прости, прости меня, Лия. Знаете, это, наверное, из той оперы. Сначала ляпнул, а потом подумал. На самом деле, эта сцена очень эмоциональная, и ее нужно смотреть самим. Сегодня я иду на могилу дедушки. Пожалуйста, пошли со мной. Мне одной как-то страхово идти. Хорошо, все равно делать нечего. Конечно, я пойду с тобой. Новая реклама кладбища. Нет, вы серьезно? Но тут явно что-то не так. Вот мы и встретились снова. Ми-ми-ми, котейка! А, простите, сейчас же напряженный момент. Продолжайте. Заткнись, дурочка. Ну теперь я тебя точно убью. И Аарон мне не помешает. Хочу отметить, что актерская игра здесь на хорошем уровне. Несмотря на то, что сериал озвучивает всего лишь одна девушка. Помнишь, ты сказала, что как будто знаешь Яна? А точнее Аарона, брата Лема. Короче, до девушки только сейчас доперло. Я понимаю, у нее был шок, но не настолько же. С Аароном тоже. Вот именно это меня весь сериал напрягало. Да, братец, немо замочил ты меня до конца. Что-что? Немо замочил? Немо замочил. Немо замочил. Пополняем свой словарный запас, ребята. Хэппи-энд у наших героев, а за стенкой брат разъяренный. Страсти накаляются. Я пойду пройдусь по магазинчикам. Хочешь со мной? Нет, не хочу. Да что с тобой? Что с ним? А ты хоть раз встречала мужчин, которые любят ходить по магазинам? По-моему, это из области сказки, или я ошибаюсь? Вот она, женская логика. Сволочи! У тебя нет сердца! У твоего брата хоть сердце было, а у тебя ничего нет! У меня есть сердце. О, на тебя совесть напала? Значит, ты еще не потерян для общества. Акцентный монтаж. Вот что-что, а в этом сериале это просто главная фишка. Такой финал ожидаем, но что было до этого, я от вас скрою.
чтобы пробудить интерес. Это реально неожиданно. Главный минус сериала – это первая серия. Все остальное я смотрела с большим интересом. Были, конечно, неудачные склейки кадров, но это простительно. У этого режиссера можно поучиться хотя бы тому, как у нее получаются съемки боевых сцен. А на этом я с вами прощаюсь, потому что считаю свою миссию выполненной. Всем пока! Если вы хотите, чтобы ваш сериал оказался в этом проекте, достаточно просто в группе заполнить заявку в теме «Сериал от А до Я». Я обязательно ее рассмотрю и сделаю выпуск именно про ваш сериал.